Всем привет! Сегодня иду в поход. И иду в поход сегодня не один. Иду с Алексеем. Привет! Кто знает, тот знает. Алексей Походник. У него свой канал. Можете заходить. Ссылочка будет внизу, в описании. В общем, сегодня мы идем в поход, в избушку. Вот в крайнем видео Алексей снимал, куда он ходил, искал избушку. Туда идем на Алап, на речку на Алап. Сейчас находимся в Кара-Чумыше. Вот. В деревне. Поднялись здесь на горочку. Температура за бортом машине, которая нас подвозила, 29,5 градусов. Ну, то есть, 30, грубо говоря. Тепло. Тепло. Хорошо. По-сибирски тепло, да. Ну все, отправляемся, сейчас идем дальше. А, красота. Придемся по тайге. Идем, даже мороз не ощущается. Лёх, замерз, нет? Нет. А чё ты так нежно-то? Жарко в поселке. Ты что, не выживальщик, что ли? Нет. О, смотри, какая. Кремль прям на Новый год. Обалденная елка. Пихтушечка. Красавица. И тут таких пруд-пруди. Ой, красота. Шикарно. Дошли мы до кормушечки. Сколько, Лёх, прошли мы? Километр два. Всего-то? Да, всего за час. Ёлки-палки. Я думал, уже все, надо привал срочно ставить. Нет, обедать. Еще 50 впереди. Сколько еще? 50? 50. По быстрячку пробежимся. Вон уже солнышко встает. Смотрите, как красиво. Рябчики плавят. Надо было это, пачку соли взять в кормушку. Вот покормить. Ну, видно, вон, птички гоняли тут. У тебя нету ничего? Семечек нету? Нет. Они гречку едят, у меня гречка есть. Кто-то же заморачивался, делал все это. Ну, это раньше эти были, ядеря должны быть. Ну, следы, вот что это, заяц? Белка, елки-палки, какой заяц? О, нифига себе. Это же белка. Белка. А может заяц. Должна быть еще две лапки. Что-то не видать. Но зайца не... Заяц, наверное, да? Две большие, две маленькие. Заяц. Нет, Серега? А? А, да. Три. Ну, два. По размеру, как белющие, блин. Так, небольшие следы. Два этих. Видишь, как он белый? Задние лапы так, ну. А это передние вместе. Это заяц. А у белки наоборот, у нее сзади вот тут две лапы. У нее маленькие совсем еще меньше. Она, видишь, задние ноги вперед заносит. Или заяц нас заносит. Что-то я уже все. Короче, я не охотник, я не знаю. Вот охотник, он знает. Я не охотник. Я турист. 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 Ну нету тут туристов, не ходят. Ну, да у это белки возьми вот такие лапки. А у зайца длинные. Вот большая сибирская белка. А, когда выпьешь, она приходит. Это заяц. А там был больной какой-то заяц. А там, может, он и был, кстати, да, он оттуда и шел в корму. Выздоровел, Паша. Вот в то время, как космические корабли бороздят просторы Вселенной, два чувака в мороз поперлись в тайгу. Вообще сегодня классно, блин, красиво сегодня, капитально. Такая изморозь на елках везде. На хвое, вот сейчас на кедре покажу. Вот он стоит, кедр. А вон Леха тоже снимает. Шпион, блин. We'll be right back.
заколебался. Идем третьи сутки. Пошел вот с Лехой в поход, блин. Сказал, часов за 5 дойдем. Третий день идем, блин. Где эта избушка гребаная, Леха? Не знаю. И до сих пор не знает. Вообще. Превознемогаем. Берлога медведя. О, берлога медведя. Вон там. Под корешком. Вот так и прёмся мы, короче. А если серьезно, мы сколько в пути-то? Часа два. Два копейками. Ну, километра 4, наверное, прошли мы. Надеюсь, прошли. Хотя идем медленно. Спускаемся вниз к речке, за Калапу подходим. Чем ниже, тем холоднее. Судя по всему, там уже где-то должна быть река. Да, вон уже низинка. Тяжело идти, трясется. О, яма какая. Все, пошли. Да, пришли к реке, а реки-то нету нифига. Она подо льдом. И уже снегоходка. Половина нашего пути. Да. Вот добрались мы до этой речки. Вон она вся подо льдом. Алап. Ну да, тут места такие. Таежно-буреломные. Там наглухо. Ой, падаю вниз. Слышно, как она журчит? Не знаю, слышите, нет? Подо льдом журчит река. Прикольно. Маленький перекус. Кольцо. Алексей. Конфетка. Конфетки чуфанят там, ага. Руки замерзли. И вид у нас вот прям на речку на Алап. Ну, правда, там она внизу. По землю уходит. Да. Ну, дубак, конечно, такой. Холодно что-то. Еще ветерок подтягивает. Леха говорит, осталось идти немного. Куда-то там вот за горку, туда-сюда, сюда-сюда. И буквально через часик-полтора, да? Примерно. Если здесь пойдем, а если пойдем по речке, можно 2 часа. А у тебя Сусаниных не было в родне? Нет. Ну мы точно придем, да? Нет, придем 100%. Ну вот. Блин, руки мерзнут, снимаешь камеры когда вообще.
Вот спустился пониже, наверное, слышно, как речка шумит подо льдом. Какой лед здесь. Понамерз. Да, камера замерзла. Что-то все там мигает на ней, моргает. Морозяка здесь капитальный. Тридцатник. Где-то Леха ходит, бродит. Но природа, конечно, тут-то вот как-то уже пореже. Это не такая глухомань. Там вообще у нас тайга капитальная. Вон речка. Видно, да, как замерзла. Идет. Картинка плавает, камера замерзла. Пальцы отмерзают нафиг. No comment. Слышь, ты гражданин, блин, в иностранной одежде. Sorry. Шпиона я поймал, задержал тут. Все, короче, вышли мы. С Алапа поднялись. Ушли с дороги, сейчас пойдем, можно сказать, по целику. Да не можно, а по целику. Да. Лыжи доставай. Попрем. Вот уже скоро будет избушка. И пока мы все еще идем. Снега, кстати, нифига не мало. Ну, местами так, где-то меньше, где-то больше. Здесь вот мало. Бывает, зайдешь там. Там нормально так. Леха все что-то ест, уже все, объел с деревьев. Птичкам хоть бы оставил. А, красота. Смотрите, какая природа. Вообще. Вон эти ведьмины волосы на елках. Вообще шикарно. Да. Лучше сибирской тайги ничего нет. Ни одна климатическая зона. Ну, это, опять же, на мой взгляд, 100 роднее, наверное. Леха меня потерял. Все, бежим. Даю. А, улетела. Вот. Летучая тяга. Ну так-то что-то мало, да, вот так по деревьям. Не видать, что ее сильно много. Сибирский чай. Чага. Ну вот, сегодня он меня травить будет. Похоже. Еще жучков надо найти. Типа. Не, надо калины. Рябины. Шиповник. Ну шиповник мы тут не найдем, наверное. Нет, сейчас не найдем. Елочки. Елочки можно. Пипочки, да, из такого чая вообще можно не есть. Да, потому что выходит сразу. Да, все шлаки выходят. Все, считай, подходим к избушке. Вот он, тут ули в низинке стоит. Стало сейчас вот здесь за елками, все будет избушка. Леха уже вперед ушел. Я его догоняю. Какой-то ручей замерзший ручеек. Все, сейчас подходим к избушечке. Да, места, конечно, здесь вообще великолепные. Но здесь почему-то именно, считай, все елки с этими, ну, с мхом, да, вот с этими ведьмины волосы, так называемые. Почти вот везде, на всех елках. Даже вот на большой, она вот вся. Вся в них. Вон они. Кругом. Все увешано. Видимо, болезнь какая-то, да? Мох этот заразный. Вот даже стоит уже. Погибло. А вся в этом мху. Вот она, избушка.
считаю, уже подошел. Сейчас дойду. Как-то так она укромненько сделана. Вон Леха там уже снимает что-то. Ну вот, мы и дошли до своей цели. Что, Лех, никого? Ну, может быть. Столик. Градусник сними, там 20 градусов показывает. Здесь теплее чувствуется. Лафа, кайфую. Тут-то теплее. О, 20 градусов, даже меньше. Ну и вообще, можно обалдеть. О, видок такой прикольный. Красота. А вот она, избушка. Будем тут ночевать, а завтра пойдем назад. Сейчас маленько отдохну, внутри поснимаю. Все, натопили мы печку, вон, разогорается. Вот этот. Что-то она сейчас у нас не очень загорается. Сейчас разгорится, так что все в порядке. Вот мы в избушечке. Окошко, нары тут сразу такие. Ну, видно, это хреново, наверное, будет. Всяк. Только огорожено вон. Шторочки. Шмурдяк всякий. Хлеб можно было не брать, хлеба полно висит. Вот такая печка здесь. Без камней, правда. Но, думаю, переночевать нам хватит. Посуда всякая есть. Все есть, что хочешь. Да, чайник. Да вообще тут все есть, честно говоря. Все, чайник, тут кружки. А вообще все есть. Все есть. Тут даже освещение есть, только мы про него не знали, блин. Как показать-то не знаю. Я в прошлый раз не посмотрел. Светодиоды вон идут. То есть можно просто аккумулятор было взять и над кроватью тоже вот светодиоды. Проводочки. Просто аккумулятор накинуть. И все. И было бы светло, как в Париже. Ну что, Леха, ты доволен? Доволен. Я в прошлый раз ее не посмотрел хорошо. Так бы хорошо бы ее посмотрел. Уже пока потом... дубак. Так. Что дальше делаем? Отдыхаем. Отдыхаем. Да, ложимся спать. Так, продолжаем обследовать избушку. Тут вот даже на окошке лежит книжка. Психология, общение. Ну, правда, тут мышки ее маленько это. Ну, как бы. Это никак не помешает получить знания. Ну-ка, через окно будет видно, что там? Не-а, не видать. А, нет, видать маленько. Все замерзло. Печка уже кочегарится, но все равно еще холодно. Так, тут вон картина какая-то. Календарь. Август. Какой год? Год непонятный. Так, тут уже мы продукты вон начали выкладывать. Кстати, тут прикольно, тут вот можно кружек, не знаю, человек на 10. Такие баночки, в них, наверное, что-то хорошее. Но мы пока не лазили, наверное, не будем. Приправки. Ну, в общем, в принципе, тут все. Тут даже если, наверное, без всего попадешь, можно будет спокойно выжить. О, даже зеркало. Вот он я. Так, это что тут у нас? Смерти. А, это от мух. Ну да, нормально. Вот уже все, снег поставили топиться. Сейчас скоро будем варить. Печка вовсю, он там уже чекает. Вообще нормально прям дает огня. Лепота, там кипает уже на свете, чайник закипает, кастрюльки,
Сюда не видно ни хрена. Он даже уже начал лед обтаивать в избушке. Можно, даже нужно. Хорошо. Алексей наморозился уже. А это Сергей согрелся. А я грею все, конечно. Тут у нас тепло, чем больше топим, тем ниже температура. Вон градусник. Минус 7. Уже минус 7. Было же под нуля. А, запотел у меня. При минус 7 будем хорошо ночевать. Вообще будет кайфово. Ну. Так что вот так. Избушка похожа на самом деле, она не совсем зимняя или запущенная, потому что он промерзается. Скажем так, спать будет не сильно жарко. Да, будет очень хорошо. Общение – это специфическая форма взаимодействия человека с другими людьми, как членами общества. В общении реализуются социальные отношения людей. В общении выделяют три взаимосвязанных стороны. Коммуникативная сторона общения состоит в обмене информацией между людьми, информационная функция. Интерактивная сторона заключается в организации... Я уже стал читать такие слова, я их сроду не знал. Взаимодействие между людьми. Например, нужно согласовывать действия, распределять функции и повлиять на настроение, поведение и убеждение собеседника. Регулятивная функция. Перцептивная сторона общения включает процесс восприятия друг друга партнерами по общению и установление на этой основе взаимопонимания. Коммуникативная функция взаимопонимания. Вот что с людьми делает чистый воздух. Кошки потихоньку оттаивают. И становится видно окружающий мир. Даже дальнее вон то окно у нас уже оттаивает. Короче, скоро будет экватор. Наверное, не помрем. Не должны помереть. Ну да, под такое чтение это трудно помереть. Пока у нас там чай закипает в избушке, пошел маленько прогуляться в окрестностях. Вот прям недалеко здесь, смотрите, какие кедры здоровенные. Здесь стволы вообще, ну и сами они, естественно, уходят вон в небеса. Вообще сказка. Солнце уже садится. Время часа, не знаю, часа три, наверное, четыре. Ветер подул. Все зашевелилось. О, погода, значит, сменится. Прям такой хороший ветерок. За бугра дует. Да. Красота неописуемая. Камеру это, конечно, вот все говорят, на камеру не передать. Камеру не влазит, все то, что хочется снять. Такую красоту снять очень сложно. Вот такой здесь ручей прикольный. Леха место увидал здесь красивое. Там типа как скалы. Темновато уже, конечно. Но все равно видно. Красиво. Ручей журчит подо льдом. Сегодня у меня вечер тестов, вот японский фальшвейер. Хочу попробовать, как он горит вообще, долго, недолго, как зажигается, потестировать как бы. Сейчас попробую. То есть написано, надо так выдернуть, потом здесь вот как черкан такой, то есть поджигаешь. Будем пробовать. Время надо засечь. Да, круто.
Ну, вот он уже вместе с ручкой горит. Уже ручка загорелась, вот эта пластмассовая. Ну и сам догорает еще. То есть 7 минут с лишним получилось. О, все. Все. Еще вон догорает, на земле лежит. Офигеть. Вон догорает. То есть больше 7 минут горит. Вообще нормально. Грибобас, грибобас. Вот не прошло и 3 часа, и мы сели покушать. Вот так натянет, потому что там уже, наверное, точно 30. Так, а печка прогорела, вон, Тимон. А, печка прогорела. Сейчас пока будешь есть, замерзнешь. Ой. Ну что, Алексей, приятного аппетита. Спасибо. Хлебушек вам тоже. Хватай. Да. Варим уху, которую наловили. Где ты наловил ее? В Тихом океане. В Тихом океане. Магазин у нас такой. Вкусно. Чай из чаги. Чаговый чай. У кого-то из чаги, у кого-то из заварки. Ну, все по-разному. Не буду я грибобасить. Вот она, чага у нас лежит. Ну, а что, не дать? Нормально. Порезать, конечно, придется. Сейчас в избушке сколько там? 18 градусов. Жарко, а вот здесь сидишь холодно. Расскажу. 20. И на улице. Минус 25, наверное. Наверное. Ну, что мы поедим и что будем делать? Не знаю. Наверное, спать ложиться. В карты не будем, наверное, играть. На раздевание. Ты в камеру прекращает, может, палить. Ну, мы немножко все. Можно. Что-то вспотел мне, да. Ой, блин. Как приятно, да? Угу. После дня. После холодового супчика. Видим кофе. Классно. Свет погас. А включили за неуплату. Ну да. Говорил, ты заплати. Надо этот взять. Авансовый платеж. Какие планы назад? Выбираться домой к людям. Нет, ну спать-то будем часов до 8 минимум. 6 подъемы по темноте пошли. По лапу по той дороге выходить. Не-не-не. У нас выходной, отдыхаем. Часов 12 встанем. Рыбачить пойдем. Что, 12 встанем, пойдем. Что, 12 встать, надо ту поляницу поджечь. Да, мне кажется, нормально приночу. Конечно, нормально. Сильно не приземлил, нет. Не замерли. Не должны сильно замерзнуть. Если видео смотрите, значит, не замерзли. Фух, жарище. Печку подпинем, будет вообще. Ташки, то она пока горит хорошо, а видишь, прогорает сразу. Угу. Да, камешки бы на нее. Искорки прилетели. С трубы, наверное, откуда. Да это эти волки ходят. Че, блядь? Блять, а дверь-то не закрыта. Сейчас откроют, меня ссапают. Я специально так сел. Хитрый, а меня посадил прям. Ну а что, кого потолще надо сюда это? На выход. Примерно одинаково. Блин, я, наверное, добавочки себе ебал. Тоже, а ты говорил, что не буду. Да что-то так она влетела прям хорошо так.
жиденькая. Свежий воздух находишься. Еще намерз здесь маленько. Она, конечно, пошла. Ну, а кстати, это. Пошла жара в хату. Не сильно намерзли. Да вообще, когда идешь, там 30, вообще ветра нет, еще тянуло бы еще, может. А так. Ай, сейчас бульончика. Ой, ой. Одежда вся по космическим технологиям. Да, сейчас у нас вообще. Завтра как будет? Что будет по ветру? Попробуем завтра что-то. Домой нормально. По ветру. Утром сходишь и пойдем нормально. Нормально. Там же это. В горку карабкаться. Ну жарко будет вообще. Спотеем. Все в горку пойдем. Сейчас по целиху не надо идти. Протоптали дорожку. Так что все будет там. Отлично. Сюда похоже. Лепота. Угу. Я сильно плохо вижу. Кто там ходит? На! Крошек. Приманиваешь? Ну. Они придут. Вот так мы проводим этот выходной. То есть хорошо отдохнули. Прям так. Давно столько не спал. Считать до 11 часов. Вообще замечательно просто. Ночью мороз был, ну и сейчас мороз, выходили, тридцатник также давит. Так что нормально. Думали, избушка-то будет холодная, ничего. Великолепно. Вот мы в 5 закинули, считай, до 11 проспали. Все. Сейчас посмотрим температурку нашу утреннюю. Уже потеплело. О, вообще. 22 на. Ой, идти будет прекрасно. Хорошо, что мы поспали подольше. Ночью тридцатка была вообще. Вон солнышко вовсю уже встало. Птички поют, синички. Дятел где-то долбит. Дрозды тоже что-то бурагозит. Вот избушечка у нас тут. Дым идет. А дым не видно уже. Жар, жар валится. Там у нас лапша готовится. Сейчас скоро уже будет лапша с тушенкой. Будем завтракать и обедать одновременно. Ну, где-то в час, наверное, пойдем. Может быть, в два. Наверное, затем навернемся. Сильно много снимать я не буду, потому что батареи не выдерживают на морозе. Что-то вообще прям махом садятся. Так что, наверное, уже только там, по приходу, когда придем, назад сниму. Ну, может, что-нибудь по дороге, если батарейки будут снимать. Ой, блин, ну не могу прям наглядеться на такую природу. А тут раз, так голову поднимаешь, и эти ведьмины волосы. Красиво. Дрова тут конкретные, прям натуральные такие, чурочки, сантиметров 60, наверное, по диаметру, прям вообще. Там дальше готовы, вот, с стороны, видать, хорошо, нормально. Можно жить. Да и сама избушка из таких же считается. Все, покидаем мы, значит, дом. Избушечку. Прибрались там маленько. Ну как маленько, как было, короче. Сделали, все застелили. Подмели, все чистенько, аккуратненько. Сейчас все, отправляемся домой. Время час дня. Ну, наверное, быстро дойдем, да? Часиков за 5 буквально. В 6-7 по темнушке, да? Ну все, отправляемся в дорогу. Серега просил калины собрать. Вот, набрал чарочку. Ну тут сколько, наверное, не знаю. Литр, может быть.
замерзшаяся. Как икра красная. Прикольно. Ну вот и пролетели эти два дня как один. Возвращаемся домой. Уже подходим к деревне. Вон там где-то на горизонте. Ну, что можно сказать? Прошли мы немного, конечно, может быть, километров 18, там, ну, 20 с натяжкой. Погодка, конечно, подвела немного, минус 30. Но в целом было все классно, потому что первый был не один, было весело. Леха где-то у нас, он там сейчас скоро подойдет. Может, успеет сказать пару слов, потому что батарея садится катастрофически. Надо сказать, что все прошло просто офигенно. Спасибо Алексею. Потому что если бы не он, я бы один, наверное, не выбрался, да тем более в такой мороз. Поэтому, Леха, спасибо. Надеюсь, это наш не последний поход, хотя и первый. Ну что, вот он, Алексей. Как, Леха, кстати, не жалеешь, что взял меня с собой? Не жалею, еще возьму, буду постоянно брать. А ты не жалеешь? У меня здоровья не хватит. Хватит. Походишь, потом будет здоровье. Ты походник, а я просто с рюкзаком и удочкой. Я могу никуда не ходить, могу дома сидеть. В общем, спасибо, Лёх, тебе за поход. Классно сходили. Тебе спасибо, напарник. Вообще, то есть, 100 лет столько не спал, столько не отдыхал. Это вообще, блин, обалденно. Ну, надеюсь, что это, конечно, не последний раз. Не последний. Так что, всем удачи. Смотрите канал Алексея. И ссылочка внизу в описании. Кстати, это будет интересно. Пошли. Что он стоит-то над нами? Уже приехали вон, Серега там. Кстати, самое интересное посмотреть именно две версии одного похода, потому что все равно... Хоть у нас что-то и будет одинаковое там в роликах. Но в основном-то все равно смотрели как бы разными глазами. Поэтому советую посмотреть. И мой ролик, конечно. Ой! Не падаем. И Алексея обязательно посмотрите. Всем пока. До новых встреч. Увидимся.